Привет, ребята! Ну, после установки вот этих всех прицельных планок, ластохвост и сама непосредственно открытая планка, необходимо же все-таки пристрелять агрегатами. Поэтому сейчас начинается процесс пристрелки. Видна будет только мишень. И слышны звуки выстрелов. Первый выстрел ниже вправо, для закрепления делаем второй выстрел, так, второй выстрел ушел, насколько я вижу, тоже вправо. Это все расстояние, сколько здесь получается, метра 4-5. Так, если он ушел вправо, значит нам надо его крутить. Так, пробуем. Так, смотрим, что мы имеем. А мы имеем... О! Мы имеем десятку. Десятку мы имеем, хорошо. Теперь надо расстояние увеличивать. Как это сделать в замкнутом помещении, непонятно. Ладно, сейчас подумаю. Так, перешел в другое помещение. Расстояние теперь 10 метров. Так, теперь выше. Так, снова выше, значит надо опускать. Так, чуть-чуть опустилось. Вот теперь замечательно. Ближе к десятке. Напоминаю, что расстояние 10 метров. Сейчас попробую отойти на 15 метров и сделать еще один пробный выстрел. Так, на расстоянии 15 метров пуля ушла ниже. Еще один выстрел. Что могу сказать? Пуля идет сейчас ниже, но в рамки коробки попадает. Поэтому дальнейшая пристрелка в помещении, считаю, невозможно. Выйдем на улицу и там уже будем нормально пристреливать по дистанции 40 метров. На этом все. Спасибо. Всем пока.